Хоть поверьте, хоть проверьте, да, Зеленский был МИ-6. Там спросил у этих шпиков, что на завтрак надо есть. Они строго приказали свой язык во рту держать, даже если будут дома салом с водкою пытать. Вова очень растерялся, стал премьера он просить: помоги, мол, Борис Джонсон, нам в Европу заскочить. Тот ему, как папа сыну, по-английски объяснил, чтобы Вова на Донбассе зону вольную открыл, чтоб текли молочные реки и кисельные берега, а лапшу им там навесят Порошенко и братва. Ведь они уж постарались превратить страну в трындец. Ну а ты, как шпрехтальмейстер, громко скажешь всем пипец.